Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит «Троллинг». Троллинг. И вы знаете, что надо делать, чтобы еще раз слышал «Троллинг». Конечно же, поставить огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин. 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет новая серия. А вот прям обещаем, обещаем, обещаем. Побежали, побежали. Мешка, до свидания. Карта, 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 да, карта, карта. В чем будет заключаться суть этой карты? Суть этой карты будет заключаться, с одной стороны, в снах Жеки, потому что Жека мне каждый день там говорит: «Эдисон, Эдисон, вот смотри, что мне снилось, давай я тебе расскажу, Эдисон, Эдисон, там такое мне снилось!» Я такой: «Не верю, не верю». Вот именно, сегодня у нас весь тролль будет завязан... Вот именно, сегодня весь ролик будет завязан на сне. Но это еще не все. На сне, а с другой стороны, на хапчике. Потому что Жека любит похавать. Очень любит похавать. И я просто уверен, что Жека скоро станет прям пончиком таким крупным, 100-килограммовым. Ну, я тоже, в принципе, на самом деле. Зря я худел, но... Хорошо, неважно. В общем, это моя карта. Тут у меня гамбургеры, тут у меня суши, тут у меня картошка фри. Но не надо на такое смотреть, а то опять хавать захочется. Неважно, в общем, неважно. Давайте мы пойдем на карту Жендоса. Пройдем ее как можно быстрее. Ну, как обычно, ничего нового, как обычно. А потом вернемся на мою карту. Согласны? Давайте. Полетите, полетите. Здравствуйте, здравствуйте, Эдисон, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. В общем, Эдисон, как бы троллинг-то троллингом, но у тебя стрим, понимаешь? Прямо сейчас у тебя стрим, поэтому ты должен быстрее идти домой. Да? Я шо, я опять опоздал, побежали. Быстрее, быстрее, это не туда, не туда. Да, здесь. Как ты перепрыгнул? А-а-а! Выпустите! А-а-а! Электричество меня бьет! У меня вопрос, а как ты вообще перепрыгнул? Пробежал, перепрыгнул. А, стрим не там, стрим не там. Ладно, давай сюда, сюда, быстро, быстро, стрим. Ты вообще какой-то... Стрим! Хорошо, Эдисон, садись, садись, быстрее, стрим запускай. Стрим! Быстрее! Здрасте, мордасте, ребята, сегодня мы с вами... Донатик! Донатик! 1000 рублей, спасибо, 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 ровно. О, не, это значит, что мне сейчас отжиматься, да, надо будет. 17 раз отжиматься тебе нужно. Ну, давайте мы сейчас немного поиграем в Мёрдера, и вот потом я обещаю то, что отожмусь. А! Комп! Комп, верни! Не-не, Эдисон, я тебе комп не верну, ты отжимайся! А ты будешь со мной отжиматься? Ну, если еще раз задонатят, то, конечно же, буду. Ну, донать, давай, поставь комп, сейчас все задонатят. Давайте, давайте. Значит, вначале ты будешь отжиматься. Ладно, ладно. Давай, 17 раз, давай. Камеру настрой, чтобы я отжал. Хорошо. Так, все, я... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Эдисон, вставай, 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 стримить надо, стримить. Стримить надо. Ну, комп давай ставь уже, комп. Эдисон, тут компьютер подождет. В смысле? Ну, у тебя тут такое... Я, конечно, не хочу тебя расстраивать. Чё такое, чё такое? А ты вот посмотри на себя. В зеркало посмотри, в зеркало, вот зеркало, зеркало посмотри. А чё там? Дебил, в Майнкрафт искай зеркало смотри, оно же не работает, что ты делаешь? А-а-а! А чё у меня сиськи? Сиськи! Жека. Эдисон, ты так много отжимался, что у тебя не просто сиськи заболели, они да. Выросли. Выросли сиськи. А, не, ну это не женские сиськи, это просто я накачался. Качок! Нет, у тебя что-то стало не так с сиськами, они тебя реально... А чё ты на них так пялишься? Чё ты на них так пялишься? Я просто... Да. Я в шоке, понимаешь? Я в шоке! Он в шоке! А чё делать, Джек, а чё делать? Эдисон, тебе, мне кажется, нужно пойти в больницу. Может, тебе там что-нибудь скажут, я не знаю, может, в больнице помогут. Ну пошли, ты, давай! Давай, давай! Я не знаю, как почему ты вообще мог перепрыгнуть? А, понятно. Окей, окей. Я понял. Я открою. Ладно, по ней должен был открыть. Так, хорошо. Ой. А что тут делать? Эдисон, ты понимаешь, у тебя настолько большие сисисюнди. Сисисюнди? Что мужики качочки, они подумали, что ты девушка. Они подумали, что ты девушка, хотят тебя изнасиловать, ты понимаешь? Они хотят тебя изнасиловать, Эдисон. Ай-яй-яй. Эдисон... Тебя так не получится, мне кажется, пройти. Тебе нужно... А чё медленный такой-то стал? А сиськи тяжёлые или чё? Да, Эдисон, у тебя сиськи настолько большие и тяжёлые, что ты вообще...
Давай, давай, быстрее, в больницу, больницу! Между качочками, проходи, проходи! Нет! Нет! Ах, ты ж паскуда, дрянь, собака. Можно попробовать еще раз, давай, давай, ты справишься, я в тебя верю, давай, давай, давай. Сволочь, ах ты ж сволочь. До конца жизни. Конечно не хочу, конечно не хочу. Давай, 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 давай. Ху-ху-ху-ху-ху. Я справился, качочки, конечно, сволочи, сволочи, качочки. При этом какая-то водичка есть. Может, я туда надо? Мне кажется, нет. Змеи всякие тут ползают, ну, коконы. Ну, давай, 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 давай. Ну, хорошо, хорошо, водичка какая-то. Ах ты ж сволочь, зараза, ах ты ж вот этот самый, ах ты ж... Ты выжил, ты выжил. Вот, ты выжил. А что мне делать, у меня такой вопрос, куда мне идти? Тебе в больницу надо, вот проход. Ага, я туда прыгну, и меня качочки закачают меня качочки. Да нет, не закачают, единственное. Закачают? Собака, это такая. Что ж ты творишь-то такое, а? А куда мне идти? Я не знаю, ну попробуй спрыгнуть, вдруг у тебя получится. Быстренько забежать в дверь. Ага. Брат. Так. Не трогай. Ага, второй уровень. Ага. Ага. Ты в ловушке, Эдисон. Кто это? Да я тут между. Я со своими тут потусуюсь качочками. Здрасте, здрасте. Да, потусуешься, ну хорошо. Ах ты ж собака, подожди, а что за хрень? Так не делается. Ты помнишь, ты мне рассказывал? Ну, да, я помню. Ты помнишь, ты мне рассказывал, ну, помнишь, ты на стримах постоянно ходишь, ну, по пипипунькать, там, да. Пока какунькать. Не, пока какунькать я не хожу, ну. Не, ходишь, если ходишь. На моем стриме постоянно какакундишь. Эдисон, мне кажется, твои какакунди наконец-то нашли применение. Какакунди нашли применение, это как? Да, мне кажется, где-то вот здесь вот есть... Ну ты же хочешь опять в туалет, но я же все время же хочешь. Так тебе туда нельзя, Эдисон, нельзя! Ааа, иди сюда, твоя пышенька, это смыслик! Какая красавка, красавица! Так, хорошо. Эдисон, ага, ага, что это тут такое? Молодец, брат, был люк. Кнопка! Эдисон, какай, какай, быстрее, какай! Какай, давай! Опа, 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 молодец! Так, Эдисон, вставай, 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 вставай. Я понимаю, что ты долго какаешь, но как бы троллинг не ждет. Так, Эдисон, смывай, смывай! А кнопку смы вот это не нажал. Опа. Опачки. Йоханый бабай. А что мне делать? Ой, какакунди, какакунди. А ты что-то, тебе хватит столько, ты взял какакунди? Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, тебе нужно побольше. Думаешь? Ну, мне так кажется, ну, это реально, тебе подсказочка такая, понимаешь? Какакунди нужно много, ты же любишь много. Хорошо, нет, я как раз таки много не какакунди. Ну, ладно, хорошо, как знаешь. В общем, Эдисон, тут... Давай, давай, давай. Тут, понимаешь, такой прикол... Да, да, я понимаю. Ты с помощью этих какакунди, как бы... Сможешь справиться. Вот так вот, давай! Нихрена себе, а это чё таки? Давай, какакунди, нахреначек по лицу! Нихрена себе, это чё за технологии новые какие-то? Карточка выпала, карточка выпала! Отлично, всё, беги! Так. Ну, ложитесь, пациент, посмотрим, что у вас там. Да подожди! Так, посмотрим, Хирург, у меня сиськи. Я вижу, у вас сиськи. Да вы их не мацайте, вы их не мацайте, а делайте что-то, проблему решайте. Они уже настолько большие. Спасибо за комплимент, конечно, спасибо, но мне надо от них избавиться. Для вас это комплимент уже, понятно. Сиськи лишними не бывают, как говорится. Пациент, я не знаю, что с вами делать. Вам, мне кажется, в поликлинике вам вряд ли помогут. Я как бы в поликлинике работаю. В поликлинику пришли. Тут я могу, вот там, не знаю, вам носик прочистить. Бесполезный какой-то, бесполезный просто вам доктор. Вам хирургу надо, хирургу, в больницу, хирургу, быстрее, блядь. В больницу. В больницу, к хирургу. Ой-о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 й-
Ты не можешь переплыть. А что мне делать? Не знаю. Скажите, как окунди, у тебя мало. Тебе их не хватит. Нормально у меня, как окунди, нормально! Ну хорошо, хорошо, раз нормально, то давай проходи. Да ты мне дай подсказку, что мне делать. Смотри, ну, подсказка в том, что как окунди тебе эти нужны, чтобы пройти. Как? Тебе что-то, видимо, нужно. Ну не себя же хреначить, дебил! А, ты что, дурак же, Кашар? Ты что ты меня толкаешь? Я тебя не толкал, ты как окунди вверх кинул, она тебе по башке прилетела. Ты еще грязный теперь, вот так вот. Ничего. Опа! Ни хрена себе, это как вообще? Так, ну, хорошо. Вот так вот. Смотри, Эдисон, эти как окунди тебе нужны. Ну не для того, качочков ты уже убил, ты уже понял, что тебе нужны как окунди для качочков. Но не таким вот образом. Слушай, возможно, у тебя и так получится, я даже не думал об этом.
Ну, вряд ли оно так получится. А-а-а! Да собака заспавилась передо мной прям! Давай, больше кокошец тебе нужно, больше. Каких больше? Больше кокошец. Да иди ты отсюда. Эдисон, тут вот есть такие штучки. Вот видишь? Видишь тут такие штучки? Где? Где? Вот такие штучки. Да. Такие штучки. Ага! И что делать? Не та. Тут еще есть. Да что ж ты, так я не попадает, вот. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ага, еще одна. Где? Не знаю. Опа! Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, ты еще по качочкам попал, нифига ты, конечно, монстр. Я, конечно, вообще. Да что ж ты такая. Да попади ты! Она невидимая, она не попадает! Забей, это не она! Это неправильная. И это, видимо, тоже неправильная. И это тоже неправильно. А что делать? А что ты где-то еще есть? Так залезай ты так! Так, хорошо. Ага. На тебя, зараза! Так, всех расстреляю, так. Ты, конечно, молодец, но тебе нужно как-нибудь избить не качочков, а улиточку. Если бы я видел... Почти попал! Я не... Почти! Еще чуть-чуть дальше, Опа! Я прям мастер, на самом деле. Так, быстрее в больницу, убивай этих качочков, убивай! Качочки какие-то идут туда-сюда. Минус два, видел сразу, минус два за одну какакунью! Беги быстрее, давай, какакунью тащат! Быстрее, проходи! А-а-а! Подожди! На, собака! Давай, быстрее, давай, проходи! Быстрее, давай! Давай! Доктор Ибрагим, у меня тут сиськи, помогите! Ну, доктор Ибрагим-то тебе поможет. Сиськи! Ну, помнишь, качочки не просто так, как бы, на тебя запали. Да, они видели твои сиськи. Они видели сиськи. Они подумали, что ты девушка. И что дальше? Ибрагим тоже подумал, что ты девочка! Никто тебе за не поможет! До конца жизни тебе... Жить сиськи. Ну, я не против. Сиськи всему голова, как говорится. Поэтому маца меня, маца. Я такого не слышал. Лапа. В смысле? Сиськи всему голова! Я такого не слышал. Ну ребята, ладно, окей. Плюсик в комменты, кто слышал, потому что есть такое. Ну, ты, я Жека, понял, конечно... что тебе нравится быть сиськами. Ты, конечно, вообще... Подожди, день рождения силикона, чтобы ты себя вставил. Ну, подожди, до день рождения еще долго ждать, поэтому давай ты сразу... На Новый год! Хорошо. Вы там заходите, Евгений! А ты где? В дом заходите, в нашу хату заходи! В хату заходи! Я какую-то кнопочку увидел. Да без разницы, это не работает. Просто в дом заходи, Я зашел. Это мой дом? Это наш дом, Жек, это наш дом. Это наш дом? Что не похож как-то? Тут проблемка, Жека, проблемка, понимаешь? Проблемка. Я хочу извиниться, Жека. Ой, ты какой-то толстенький. Жека, я не сдержался, я, понимаешь? Не сдержался! Всю хавку дома сожрал, а ты домой пришел, проголодался. Огромные, да, вот потому реально. Что я жирный стал, понимаешь? Вот, Жека, я не сдержался, прости. Так отжиматься надо. Так хавки дома нету, ты пришел голодный просто, с ума сошел, понимаешь? Так вот, голодный. Морковка есть, морковка. Это все просроченное, мы уже неделю ее не кушали, все просрочено, ничего и нет, понимаешь? Делать? Ничего что нет, делать? А ты жрать хочешь как ненормальный, понимаешь? Вот Эдисон, конечно, как всегда, сожрал все, ничего не осталось. Да. Я вам, ребята, расскажу историю небольшую. То, что мы с Жекой хаваем в день по 35 раз, понимаете? По 35 раз в день хаваем, и мы опять становимся пухлячками. Я вот все сожрал, а Жека прям проголодался. Жека, ты сейчас рипнешься, если не похаваешь. Надо хавать, понимаешь? Так, что делать-то? Галюны сейчас начнутся, понимаешь, если ты хавать не будешь? Совет, мне нужен дружеский совет. Совет. Жека, я не знаю, я, конечно, уже наелся, мне вообще по барабану, но тебе надо идти за хавчиком. Хавчик где-то надо искать, понимаешь? А как мне из дома выйти? Надо из дома как-то выйти. Да ты, я не знаю, где-то потерял, может под тумбочкой потерял, может под шкафом потерял, надо найти. Под тумбочкой, под шкафом надо найти. Надо. Ага. Что там? Ага. Давай, хавчик. Ключ. Давай. Спавн поинт. Ой, гамбургерчик. Какие гамбурчики? Кто? Это твои друзья, видимо, да? Кто? Гамбургерчики. Жека, ты тут осторожно, мне кажется, у тебя же галюны от голода начались. Какие гамбурчики? Гамбурчики. А, я понял, я давно. Какие галюны? Какие роллы везде какие. Какие роллы? Ты в город вышел, дебил! Ну как бы дома тут, какие роллы, не могу понять, Жека. Какие роллы?
Ну блин, я голодный, понимаешь? Ты, конечно, голодный, ты прям проголодался. Ты прям проголодался, да. Я просто сильно хочу есть. Я просто наелся уже, мне уже хватит. Ой, пузо болит. Ну ты давай, Жека, ты надо хапать. Я иду. А то я через полчаса опять проголодаюсь, так что давай, ищи. Ты сделай день, а то я ничего не вижу. Смотри, ты шо? Ох, тебя от голода еще и глаза, да, болят? Ничего не видишь. Ага, ага. Так, подожди, а где гамбур? Ой-ой-ой-ой, какие гамбур через... Да-да, не слушай меня, не слушай, говорю, с ума сошел. Так, подожди, а тут что-то какие-то странные штуки, я вот только, правда, не вижу здесь ничего. Да? А, нет, я вижу сундук, но мне... я ненавижу. Ага, все, отлично. Так, молодец. Поход быстрее! Ай, ты собака, ай, собака. Ща укусит, убегай, Жак, убегай! Твоя мать! Мне там кажется, тебе еще 4 рычага. Да уйди, заткнись. Мне еще 4, тебе 4 рычага нужно, Жека. 4, понимаешь? Чего? 4? Да, 4. Вот именно. Вот именно, 4 рычага, 4. Ага, еще один нашел. Да, молодец. Ёкарный бабай. Молодец. 4 рычага. Ты вообще там это... Понапрятал там! Захватил! Ай-яй-яй, гамбур черчик проклятый. Так. Жека, что мы будем делать? Это ты виноват, зачем ты еще убил? Еще, это не я виноват. Да, конечно. Три рычага, тут собака, тут что ж ты такой? Три рычага, Жека, три рычага, понимаешь, три. Ну ты в правильном направлении. Ага, два, у меня еще, меня бить. Да я проголодался, я проголодался. Так, еще два рычага, два рычага. Да, я опять проголодался, но ты вообще сейчас умираешь, у тебя уже галеные, как я вижу. Я-то да, да хватит меня бить. Да жрать, дай жрать мне дай. Так, давай, Жека, еще два рычага. Подожди, ну тут как бы все очень просто, на самом деле. Да хватит меня бить, жрдяй. Два рычага еще надо, еще два рычага, да, Жека. В смысле два, я же... Ой, я же уже три нашел. Да, ну еще два. То есть один поставил, а еще два нашел. А, ну значит еще два. А, еще два, еще два. Да хватит меня бить! Жрать! А-а-а! Жрать хочу, Жека. Это я хочу, а не ты хочешь. Я тоже уже хочу, давай, быстро. Дай мне просто сообразить, куда мне идти, супчик мадрючик. Давай, ну кого? Ты вообще уже ненормальнее стало то, что проголодался. Так. Да, супчик. Давай. Давай, ищи, еще два. Я прям сам забыл, на самом деле, где они были. Да, шо ж, ты ж так. А может, кого-нибудь гамбургерчиков там? Не-н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 е-
да, да. Да, ага, ага, ага. Я не достаю, по-моему. А, не достаю. Еще один пас. Да твою бабушку! А, они, я понял, они меня через забор убивают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да, они я прям... Я думаю, что я просто подхожу к забору и подбираю? Они прям вообще, ваш П, да. Так, ага, они, значит, ты их тоже видишь, понятно, понятно. Кто они? Я вижу нормальных людей, просто люди на улице ходят. А люди, то есть... А ты каких-то гамбургерчики видишь, я даже не могу это сказать. Гамбургерчик, вот, гамбургерчик. Эдисон, я что-то не могу найти последнее. А вот тут газировка, она такая прикольная, намек. Она прикольная. Да, она же прикольная. Зонтик! Зонтик прикольный, зонтик прикольный. Я не могу зайти с этой стороны, не зонтик, зонтик прикольный, зонтичек прикольный. Да, видишь, вот там зонтичек прикольный. Я понимаю, я не могу подойти сюда. Можешь, все можешь, давай, быстро. Я сейчас убьют. А, нет? А как меня тогда убивали? Зонтичек! Зонтичек, я его... Ага, все, понял! Так, молодец! Давай, быстро, открывай, одно, опа! Да я не туда поставил, подожди. Вот ты, конечно, дебил. Это я уже галюны. Галюны, давай, проходи, давай! Проходи, я уже поставил его, давай! Так, ага. Джамбуст, да? Что там тебе дало? Джамбуз, да, тебе дала? Джамбуз. Да, мне да. Джамбуз дала. Надо додуматься, куда с помощью джамбуза ты можешь запрыгнуть. Тут везде невидимые блоки. Газировка прикольная такая, газировка. А у меня 5 секунд. Ну ты успеешь добежать, там не 5, а 7. Нет. Опа! Ай-яй-яй-яй, Евгений, нехорошо себя рипать. Давай, Жека. Ну ты так, молодец, подожди, ты молодец. А как там надо, собака? А как собака. Там надо было, да там все верно, ты просто не заметил, потому что там проход есть какой-то. Там есть проход секретный. То есть мне водицу не надо? Надо. Надо все. Давай. Марафон.
Так, подожди, подожди, а куда, в какую сторону? Ну, не знаю, но там под водицей есть какой-то проходик. Я понял, где он, я не успел туда залететь. Не успел? Ну, конечно, очень плохо то, что ты не успел, Евгений, потому что тебе еще раз надо прыгать. Там на самом деле очень сложно это сделать. Да не, ничего там сложного нет. Да ничего там сложного нет. Просто в какой стороне там проход. Ну ты конечно, вот ты конечно, да, ну Жек. Жека, в общем, тебе надо, понимаешь? Дауном меня обзывают, еще нормально. В смысле, каким дауном? Ааа, это сука! Ну ты конечно в ашпе, Евгений. А я прыгаю туда, куда надо, я просто не понимаю, как туда запрыгнуть. Тебе на шифт надо как-то нажать или что? Ну, наверное. А, на шифт нужно нажать. Или нет? Я просто не умею так залезать, ты там профессионал в этих залетах. Залеты. Да, я не, уже, от меня уже, никто не за, не, от меня никто не на залетал. Деле, на самом деле он не толстый. Он просто бери. Бери, отлично. Опа, да ты прям молодец! Гамбурчики пошли в лоб! Так же, а что делать? Что делать? А что делать? А там какие гамбурчики? Давай, давай, вылезай. Вылезай, Евгений, вылезай. Так они меня убьют. Да ничего, они не убьют, ага, давай. Вот они тут ходят. Да вылезай, давай, вылезай. Опа. Да. Что там, у нас такая проблема. Я просто решил, то, что у Жеки же прошлая серия почему-то не записалась. Не записалась, да, можно вот так сказать. Не записалась. Потому что у Жеки там какие-то проблемки были. Проблемки. Поэтому для подписчиков, кто не увидел... Я решил растолстеть, да. Пузо болит, пузо. Но я решил еще раз такое испытание сделать. Иди сюда! Ты что, издеваешься? Ах, что? А-а-а! Миниганы! Твою Ты спаунпоинт поставил? Да. Давай! Давай, быстро! Давай, быстро убивай всех, убивай! Так, у тебя в сундуках есть 4 кода, 4 кода! 4 кода в сундуках! 4 кода! 4! Надо из. В этих всех сундуках есть 4 кода. Они слишком быстро респавнятся! Давай! Ой! Давай! Гамбурщики заморозились, давай, у тебя мало времени, ищи 4 кода! 4 кода! Давай. У тебя один код есть, надо 4 кода! 4 кода! Давай! Тут везде паперы! Тут везде надо паперы. Надо искать, между этих паперов есть коды! Коды между паперов! Быстро! Паперы одни. Так в этом только паперы. Гамбурщики сейчас разморозятся! Да подожди, я тут слишком много паперов. Я тут, да, ты нормально чекай, тут просто мышкой можно водить, и ты заметишь, если что-то будет. Давай. Я вожу по каждой этой мышке. Давай! Жека, давай. Жека, гамбурчички сзади, гамбурчики! Да как я тебя люблю, ты что, не бесит меня? Давай, Патроны! Нет. Еще один миниган бери, Давай! Гамбурчики вообще опасные. Да я не могу. Давай. Конечно. Жека, давай. Быстро. На ком я там остановился? Я не знаю, Жека, у тебя мало времени, очень мало. Гамбурчики не будут ждать. Не буду, они опять заморозились, Жека. Давай. Так, это я смотрел. Ты твою мать, это капец как сложно, Эдисон. Да я понимаю, но там... Только один код нашел. Давай, да. Быстро, Жека, гамбурчики! Опять нападают, опять, Жека, опять, давай, быстро! Я должен досмотреть этот крейт, так... Я ошибся. Ой, опять пузо заболело, опять, ой, зачем я так переел, пузо, ну, бедное, пузо! Ты бы еще поставил из этих ящиков! Пузо болит, Жека, помоги массаж на пузе сделать, Жека, пузо болит! Пузо, да шо ж так пузо болит? Что ж я такое поел, что пузо так болит? Ай, Жека, ай-яй-яй-яй-яй! Жека! Я тут важным делом занят. Гамбурчички! Опять, я тебе помогу. Так, где ты нашел? Гамбурчички, понимаешь, Жека? Твою бабушку! Давай, ты ищи, а я буду их убивать. Да давай, хорошо, я поищу. Я тут смотрел, тут ничего не было. Тут ничего и нет. Ага, 4-5. Жека, гамбурчички! Твою мать, на минигане патроны закон, они стреляют! Давай! Терминатор! Давай, быстро! Тут дверь, тут секретная дверь! Застойные тела!
против гамбургеров, да куда идти? Тут секретная дверь, вот она, вот она, вот она, вот она! Так, подожди, 7, 4, 5. Ага. Нет, неверно. Так, верно? Нет. Нет! Я не могу! Давай, Евгений, давай! В смысле? 7. Ага. Ага. 4. Ага. 5. Нет. Да. Да не работает оно так! 9-5! 7-4-9-5! Быстро! Быстро! Гамбург! Жека, гамбурчички. Все, все. 7-4-9-5, да? Быстро, Жека, я тебе последнюю попытку даю тебе. Последнюю. 7-4-9-5. Экс! Ай, конечно, конечно, ты вообще. Жека, быстро! Гамбурчички! Да шо ж ты такой, ну ты издеваешься, Евгений. Ты издеваешься, да? Ну давай, давай, быстро, быстро. Гамбурчички, гамбурчички. Ёкарный попал! Да, это конечно, да, это конечно, Жека, да, ты нашел место своей мечты, давай, Жека. Жрать, всё жри. А там, подожди, вот там еще сосисончики там. Жека! Жека! Твою-то мать! Жека! Да что ж это такое творится? Жека. Ты куда меня тпшнул? Чё ж тебе опять такое приснилось? Придурок, чё ты орал во сне? Чё ты орал? Какие сосиски, сосиски! А-а-а, пироги! Арбузы! Жека, что сейчас было? Не знаю. Ты вообще, я пришёл тебя наведать, Жека. Я знаю, что ты тут нехорошо тебе живется, я тебе яблочко принёс, Жека. Жека мне на самом деле каждый день рассказывает, говорит, когда просыпается, Эдисон, мне там такое снилось, я такой, Жека, тебе не верю, потому что ты уже мне каждый день такое рассказываешь, что тебе вот это снится, то тебе вот это такое снится, вот это снится, потом, короче, у Жеки много историй, что ему там снится, ну, Жека, ладно, я пошел видосы записывать, ты давай тут. Что происходит? Ты давай, ты тусуйся тут, тусуйся тут же, Жека, да какие бабы, ладно, все, короче, Жека, знаешь, что мне? Расскажи мне, что тебе сегодня приснилось. Я что-то не понял, мораль какую-то? Ну, смысле, ладно. А какая мораль? Ну, типа, блин. Это твой сон был. Типа, я бомж, да, и типа мне приснилась еда, правильно? Нет, тебе приснилось. Ладно, всё. Давай, всё, жердяй, ты там уже сам поехал от этой еды. Тебе весь троллинг приснился, понимаешь? Ой, сиськи надо убрать, даже сиськи опять. Пропали сиськи, больше нету сисек. Ой, надеюсь, их больше не будет. В общем, ребятули, ставьте огромные пальцы вверх и на мой видос, и на Жекин видос, если хотите больше троллинга. Наберем 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия. Поэтому давайте докажите, как вы любите троллинг, а я побежал. Да, и, ребята, также не забывайте ставить, как вы... Побежал, все, да, побежал. Да. Все. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Подожди! Спасибо, до свидания. До свидания.